Ну окей. Сколько еще идти? Перемотай ты это уже. Да куда? Я имею в виду ускорь. Сложно ускорять, ты че, как это делается? Да, на пробел, блин, нажал, удержишь пробел и все, это капец. А сложно. У меня не пробел, не сбой, я на джойстике играю. Ну значит, там на джойстик кнопку нажал. На, кстати, вот тоже вернемся к мини-дис. Почему на джойстик не поддерживает? Мне это было очень обидно. Не знаю, там какую-то хрень сделали. Теперь только на клавиатуре. О, все, я сейчас понял, про что мы можем поговорить. Прошу. Черт, я спрыгнул. Ну, не важно. В принципе. Травка. В общем, смотри. Можем поговорить о джойстиках. Это будет интересно хотя бы как-то. Нет, я говорю, не хочу сказать именно о джойстиках. То есть, понимаешь, есть много крутых джойстиков, то есть как среди официальных тех же джойстиков PS4 или Xbox One, ну вот, так и до китайских, то есть, потому что вот. Китайские тоже будут хорошие, то есть это в зависимости от того, какой джойстик какой. И в общем-то. Пошли вверх пока. Посмотрим, что тут есть. В общем-то, я вот сейчас пользуюсь, конечно, джойстиком от PS4, но. Опа! Но понимаешь, но вот. Что-то вот, я не знаю, мне кажется, что какие-то игры поддерживают джойстик от PS4, а какие-то не поддерживают его. И мне приходится пользоваться своим старым джойстиком. Ты помнишь, у меня старый джойстик тоже есть? Mm-hmm. Так, нужно его быстро словить, иначе он взорвется. Так, и понимаешь, то есть есть игры, в которых просто обязательно должен быть джойстик. Понимаешь? Например, например, Бэтмен. Я никогда играл в Бэтмен. Ну вот, просто пойми. Подожди, малоизученная форма жизни говорят, что Уолтер любит применять виск и самоподрыв. Опять какие-то именно будет наркоманские дела, зачем? Вип. Черт. Это уже дебилизм. Ты меня никогда не поймешь. И понимаешь, и как это объяснить, то есть, вот Бэтмена, ну, это, считай, нажимает на кнопку, чтобы победить. И так получилось, что у меня все-таки есть Arkham Knight на компьютер, купленный в Стиме, понимаешь? Бэтмен, последний Arkham Knight. И так как он получился, грубо говоря, какашечкой, на компы, то мне отдали все старые Бэтмены, которые были. Я как бы их все прошел, ну, кроме Arkham Origins. И я вот сел играть в Arkham Origins, и, знаешь, это очень трудно. Вот реально без джойстика. И Arkham Origins не поддерживает джойстики вообще никакие, то есть. Хотя он должен, например, то есть. Вот это вот называется вот плохая поддержка, например. Или вот, например, вышел недавно Наруто новый. То есть, прикинь, настолько в мире людям не во что играть, что за первую неделю Наруто полторы миллиона дисков продал. Полторы миллиона. Ну ты понял. Смотри, не то, что ты в нечего играть. Просто эти все миллионы, это просто фанаты Наруто, которые просто обожают играть в игры Наруто. Не, ну вот смотри-ка, например, когда вышел, ну, я же не только Наруто, да. Есть еще, например, тот же One Piece. Mm-hmm. Если вот так смотреть по аниме. Есть Блич вроде. Блич, знаешь, как тебе сказать? Блич был офигенен давно. То есть я как человек, который смотрел Блич, понимаешь, он как закончился в 2012, то есть по нему была всего одна игра на PlayStation, то есть именно вот такая вот, которая вышла в массы, это был Soul Ignition. Я тебе хочу сказать, что это одна из самых редких игр, которые сейчас можно достать школьнику, понимаешь? Именно школьник. Понимаешь, там для коллекционера это фуфло, а вот для школьника это очень важно, понимаешь? Вот, и... А до этого у Блича там были пару, там, тройку игр на PSP, там маленькие, которые не выходили за пределы Японии, и все, понимаешь? И... А вот One Piece, он как бы, что ли, разрос или что-то еще, и он стал вот прям популярный тоже, то есть. И вот когда, получается, в августе выходила Pirate Warriors 3,
она вообще никуда в топы не вышла. То есть у нее были продажи, но она, ну, что ли, не оправдала ничего, или как-то так, понимаешь? То есть она вышла, и все, и тупо про нее все забыли. Понимаешь, она там что ли была там на 5-м месте в мультиплатформерах, там на одной неделе, и все. Понимаешь? А вот Наруто, он сразу прям вышел на первое место. Вот, вот так вот. За 3 дня 1,5 миллиона, ну это довольно-таки хороший результат. Так вот, к чему я клоню? У Наруто тоже все плохо с ПК-версией. Подожди. Это я, один из ассистентов профессора Оука. Если в твоем покедексе есть 20 полных статей, я дам тебе подарок от профессора. Он просил передать тебе стоп-камень. Итак, Гопаль, позволь спросить тебя, у тебя есть 20 видов покемонов? Здорово! У тебя уже целых 25 видов покемонов. Мои поздравления, держи. И мы получаем стоп-камень. Это вот та штука, которая, да? Которая, ну, вечный камень, который не позволяет покемонам улицать. Хорошо, я понял. То есть, понимаешь, вот я тебе честно хочу сказать, во-первых, я, как и многие другие игроки, которые только-только запустили Наруто в первый раз на ПК, ну, понимаешь, все-таки это очень дорого покупать сейчас на консоль какие-то игры, лучше на ПК. Все столкнулись с проблемой 3 FPS. Понимаешь, то есть если FPS можно было как-то увеличить, да, то вот управление было ужасным. Во-первых, оно изначально не поддерживает джойстик. Я до сих пор не понял, как его подключить. Я даже сейчас не играю в Наруто. Я его удалил. Понимаешь? Надо подождать, пока что-то... Во-о-о! Нифига себе! Смотри, земля. Прикинь, земля. Упоротая земля. И ты тоже упоротый. Я не упоротый. Все в порядке. Ой, Мартехан. Давай Мартехана поймаем. Убивай его, дура. Кстати, а почему мне не. Почему у меня не сэволюционировало Пиджиота? Пиджиота в Пиджиота. Потому что он может быть 36 левела. Ну я, по-моему, читал, что на 34-м, нет? Нет, 36-й. Так, смотри, я играл в некоторые игры на ПК, короче, у меня тогда не было джойстика. Ну, на ПК, как, допустим, тот же Человек-паук The Amazing Spider-Man. The Amazing это какой? Это который 2012-го? Это новый который. Новый. Там, по-моему, самый последний Человек-паук это был The Amazing Spider-Man 2. Ну да, есть Amazing, ну, Spider-Man 2, но я играл в первый и Spider-Man 3 по третьему фильму там. И еще играл, короче, ну, может это не по... Ну, как бы не такая игрушка, но я в Kung Fu Panda играл вроде 2. Там, короче, так... Подожди, по Kung Fu Panda были игры? Прикинь, там была игра. Нифига себе! У меня были книжки по Kung Fu Panda. У меня есть книжки по Kung Fu Panda. У меня были книжки по Бакуганам и по Kung Fu Panda. Их, прикинь, их выпускали, чтобы меня не сломить. Ну, а я как... Словил, понимаешь, наживку. Ловил. Ну, короче, были игры, конечно же. Я играл в Kung Fu Panda вторую, ну, по второй части. Там в... И что в Spider-Man, что в Kung Fu Panda... Была такая хрень, что как тебе объяснить-то? Типа такой сюжет, что когда ты сражаешься с кем-то, ты типа не управляешь, а какая-то типа бой идет, ты должен просто нажимать на какую-то кнопку, чтобы атаковать, понял? Типа высвечивает на экране. То есть ты хочешь сказать, что там не было геймплея, там был QTE? Там, смотри, там был типа на джойстик, то есть я играл на ПК с клавиатуры, а там... Не, подожди, ты хочешь сказать, что там был QTE? QTE это quick time event, когда, ну, когда тебе нужно жать кнопку в определенный момент. Да, ну, я не знаю, ну, QTE, допустим. Ну, хорошо. Давай. Ну, и там просто были на, типа, джойстик, типа, буквы X, Y, Z или там, типа, такое. Я не разбирался, у меня был друг клавиатура, сам понимаешь. X, так. Y, A, B, да. Пришлось не угадывать какие-то там цифры, буквы и движения и так далее, что и в Spider-Man, что там одинаково, в принципе. Ну, на Spider-Man 3 там была и типа на клавиатуру такая, что типа не X, Y, Z, а просто клавиатура W, A и так далее. То есть как-то без джойстика было немножко проблематично играть на ПК в то время.
понимаешь, как тебе это сказать? Я просто сразу хотел тебе сказать, что видно, кто пират, кто нет. Так, ладно, и... Чё ты намекаешь? В жизни не покупал игры. В жизни не покупал игры, знаешь, вот чисто сердечное признание. Ну, ты, знаешь, пират... ну и что? Ты должен радоваться, что Роскомнадзор до тебя не доберется. Понимаешь? Как будто я не единственный пират тут. Что? Ну, вот, ну ты видишь, да? Ты видишь мои игры, да? Которые есть, да? У тебя, блин, половина анимешек игр, капец. Это совершенно другое, понимаешь? Это детское, знаешь, я в детстве накачал кучу игр, и сейчас просто рука не идет их удалять все. То есть, какие пройду, такие, может, удалю. Да. Только ты название не читай, а то, может, кто-нибудь поймет, в какие игры я играю. Да. Его тело сплошные мускулы. Несмотря на маленький размер, мачоп может поднять 100 взрослых человек. Как мы назовем мачопа? Не знаю. Назови его качок. Точно? Все, я придумал. Я пошутил. Качан. Качан, сам ты качан. Нет, ну просто понимаешь, что... Это качан капусты, знаешь. Ну да, ты такой сказал, я хотел назвать его Чак, а ты такой мачок, качок, я такой качан. Все нормально. Все умно. Все по-умному. Вот, и... Есть куча игр, которые пиратские, которым нужен просто джойстик. А есть, например, такие игры, как файтинги. Я не имею в виду Mortal Kombat. В Mortal Kombat там довольно все нормально, да? Я имею в виду... Street Fighter? А, слушай, и у меня нету этого. Что у тебя нет? Кусок расколоть можно. Так тебе сейчас не надо это. Тебе сейчас не надо эту хрень. Нет, а почему я куски? Где мне взять кусок расколоть можно? Честно, я не помню уже. У меня есть, у меня вроде тоже нет этого куска. Куска я... расколоть можно, у тебя тоже нет? По-моему, ты колол. Я не помню. Сейчас на геймбой зайти. Да, буду сейчас заходить в геймбой. Ладно, фиг с ним. Ну, понимаешь, то есть... в файтингах вот таких, я не знаю, как Dead or Alive, например, там никогда тебе не будут показывать кнопочки, то есть только в меню. Когда ты будешь драться, тебе будут показывать ПК, там какие там еще МТ. Я, знаешь, это очень... Идите вы нафиг, а, ребят. Чё там сделал? И понимаешь, то есть... блин, как это сказать, то есть... Там фигня, что нужно, блин, сначала разобраться в управлении, уже потом начать только учиться играть, потому что... Очень сложно. Ну да, я знаю, я играл. Ух ты ж! Это же Оникс! И что? Это Оникс! Да не ори, блин. А что я ору? Ну как? Так, ладно, сейчас что-то там вообще есть. Так. Не, у меня тоже нет. У меня нет этого ХМ-ки расколоть камень, так что можешь не переживать. Я пока что не дошел до него. А эти знаки тоже пока что не нужно. Слушай, мне не нравится, сколько жизни луки. Надо быстрее ловить у Никса. О, это девочка. Кстати. Твой пиджиота вот сильнее моего. Мой 30 левел, твой 34. Ура, мы поймали Оникса, девочку. Как мы ее назовем? Как мы ее назовем? Интересно, мне хватит букв? Как правило, Оникс живет под землей. В поисках пищи он может прорыть тоннель в 50 миль всего за час. Хочу дать кличку. Не этому, а этой. О, все отлично. Я знаю, как его назвал.
Че, серьезно? Почему нет? Икстян? Это ж... Ну это же девочка. Мы не должны ущемлять ее чувства. Че это за бред? Нормально все. О, Никстян, ты не поменял на ему ей этому покемону ник, ты просто дописал Тян и все. Ну да. Вот смотри, еще одна из лучших фраз. Дома я хорошо рисовал покемонов, а теперь давай сразимся. Вскочил. Покемоном, покеманьяк. Его зовут покеманьяк. Слоупок. Уже слоупоки сильно в этой игре, мне не нравится это. Слоупок, у него есть несколько эволюций, в принципе. Ну, нормально. У слоупока? А разве у него было много эволюций в Файреди? Ну, ну, не то, что Файреди. Я не помню Файреди, но есть слоубро, слоукинг есть. Есть еще кто-то? Нет. Нет. Слоубро, слоукинг есть еще кто-то? Нет. Слоукинг, ой, слоу... Слоупок, слоубро, слоукинг. Я, знаешь, я никогда не понимал этой штуки с эволюцией, все-таки у меня никогда не было какой-то там Nintendo, понимаешь? Ну, его и был, но я ни с кем не менялся. А вот из таких Nintendo... то есть я никогда не знал, вот эти вот покемоны через трейд, они добавляются в покедекс, когда ты их трейдишь, то, что они эволюционируют? Или они добавляются в покедекс тому, кому эволюционируют? Вот этого я никогда не понимал. Ну, если он передал себе покемона, то все права у тебя, то есть, ну, по сути, у тебя должен появиться. Нет, ну, в принципе, то есть, фактически, то есть, мы вот сейчас обменяли... Нет, не так. То есть, фактически, то есть, если какой-то покемон эволюционирует при обмене, да, то у тебя добавляются данные о его эволюции, или добавляются только тому, кому он эволюционировал? Только тому, кому он эволюционировал. Слушай, ну это не круто тогда. Почему? Ну, потому что тогда нужно искать сообщника, чтобы сообщник тебе помогал. Дай пинаться у них деньгами, это так весело. А кидаться бесконечными деньгами, потом их забирать. Капец, как весело. Блин, вот бы так в жизни. Ну реально. Нашел себе какого-то кота, он кидает за деньгами, это вообще жизнь. Вообще, зачем Персона придумать такую атаку джекпот? Никогда не понял. Зачем у Персона штука на лбу? Тоже хороший вопрос. Давай спросим разработчиков. Давай спросим, кто там делал первую часть покемонов, может их еще. Это уже черный юмор пошел какой-то, ну ладно. Я не помню, кто делал первую часть покемонов, если честно. По-моему, не тот, кто делал Зельтон. Его делал кто-то другой. И не тот, кто Марио. Короче, кто-то. Кто-то да из всего мира тот делал первую часть. Ты знаешь, это вот сейчас представь то чувство, когда ты сделал покемонов, но никто не знает твоего имени. Может кто-то из Наруто. Может кто-то из Наруто, что? Давай спросим у зрителей, скажи, напишите в комментариях, кто сделал первую часть покемонов. Мне в комментариях ничего не пишут. Мне в комментариях пишут, что либо ты ужасный говнюк, что либо ты школьник, либо где видосы, либо ты молодец. Чё-то типа этого. Если честно, я абсолютно ничего не жду от комментариев, понимаешь? Разрастаться в большие подписчики, это не очень весело, я тебе так хочу сказать, то есть, во-первых, ну, потому что тебя всегда смотрят 10% от твоих подписчиков, даже начнем с этого. Господи, какой длинный туннель. Вот. Ты знаешь, что такое косплей? Чё? Кстати, я только что понял, что он косплей Черезарда. Да я давно знаю, что это же косплей Черезарда. Ну, бывает в жизни всякое. Вот, и, понимаешь, о чем я сейчас говорил? А, вот, ну и вот просто смотреть на то, что происходит вот сейчас у таких больших ютуберов, это просто. То есть, ну, начнем даже с того же самого PewDiePie. У PewDiePie хейтеров больше, чем нормальных людей, то есть. То есть, вот чисто вот читаете его комменты, это коммент.
комменты. Комменты, это что-то странное, то есть у него либо там типа PewDiePie, ты клёвый профист, либо типа PewDiePie, ты как, ах, ты мне не нравишься, вообще там сдохни. Так далее. Там это ужасно, это глупо. То есть, понимаешь, редко там найдешь реально вот хорошие комменты, типа там, понимаешь? Вот серьезно. Вот есть еще другие там. Тот же Ивангай. Я, если честно, перестал читать комменты Ивангая, там, не знаю, уже очень давно. Его вообще кто-нибудь смотрит еще? Гопаль получает 1056. Вот мне всегда интересно было, что это за деньги? Почему именно эта сумма? Это деньги, типа, такая херовая валюта. Нет, я, вот смотри, вот тебе дают определенное количество денег, каждый тренер. Почему он дает тебе именно это количество денег? Оно же не рандомно получается, правильно? Я уверен, оно не рандомно. Ну да, не рандомно, так просто все семьи заложены. То есть тем, чем выше там тренер по силе, тем больше тебе дают. То есть ты хочешь сказать, что если бы я тут побил покемонов 5 уровня, мне дали меньше денег? Да. Серьезно? А ты раз не замечал, как ты бил, допустим, пижи 3 уровня, тебе где-то выпадали 16 там этих также денег или цен, или кто что там за бред? Если честно, никогда не замечал. Вот я замечал, что, допустим, дикого покемона какого-то маленького левела бьешь, тем меньше, то есть, если чем больше левел, чем больше тебе дают, и так же с тренерами. Виска, ты чё? Так что... Виска, ты чё? Это, короче, бесполезная атака, может даже её не учить. Так, ладно, не изучайте виска, да, перси. Ой, тут, короче, все сложно. Ладно, давай на этом уже закончим. Уже 53 минуты набралось на этот ролик. Так, а ты ее поделишь и будет на 2 серии. Да. Мне даже не надо будет ее снимать на следующих выходных. Ты же наснимал фильм. Да, я уже наснимал. Ну, что ж, ребят. Я сохранился, да? Ну, на всякий случай еще раз, почему нет? Лишний никогда не. Кстати, если кто-то из зрителей нацерых, что играет в Лигу с нас, приходите по моему каналу, там есть конкурс. Если ты не просто, если ты немножко попиарю себя. Да пиарься, чё ты. Я тебе даже ссылку в комментариях оставлю. Он скинет ссылку на видео. Погнали. Он разве не кончился? Нет, там просто еще набирается народу. Там просто мало народу, я не могу сделать такой конкурс, где мало народу. Это как-то на 3 места и мало народу. Это... 3 места? И мало народу. Но почему? Люди хоть счастливые будут, хоть кто-то. Как бы таки слишком большой шанс, что кто-то выиграет. А в смысле, есть шанс, что кто-то вообще не победит? Не, в смысле, есть-то... Ну нет такого интереса, что типа... Ну там где-то 11 человек участвует, а и три из них будут получить призы. Но как-то нет никакого азарта, что ли. Ну, как тебе это объяснить? Действительно, сейчас давай соберем 1 000 000 подписчиков, и как IGN будем разыгрывать BMW. Это вот, да, это то, что надо. Ну что ж, ребят, короче, с вами был я, Нацер, и сегодня со мной сидел вернувшийся Генгар. Так что всем спасибо за просмотр, если вы выдержали. Слушай, а может мне 50 минут поставить? Один ролик большой? Не надо лучше. Ну ладно, хорошо, тогда. Всем спасибо за просмотр. Не знаю, хотите, что делать? Вон, я кину ссылочку на мистера Генгара. Что, давай, пожелай удачи. Всем удачи, всем пока.